Исполнительный директор господин Николай Окрудяновичвили заявляет, что важно углублять дружественные отношения между двумя странами, чтобы мы смогли обеспечить комфортные и гибкие условия для грузинских и украинских ученых в обмен на программе обмена и двойное признание диплома. Президент Украинского сотруднического союза госпожа Дарья объявляет. Важно развивать партнерские отношения между Грузией и Украиной в сфере образования. И очень важны обменные программы и проекты, которые будут реализованы в будущем. А также в рамках встреч обеими сторонами однозначно был подчеркнут вопрос, что между Украиной и Грузией углубление дружеских и партнерских отношений – приоритет для обеих сторон.